Ульяновске подвели итоги 10-го юбилейного открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы WorldSkills Russia». Конкурсные испытания проходили 2 недели на 14 площадках города. Всего на этот раз в региональном этапе WorldSkills Russia за звание лучших боролось 349 человек. Как отмечают организаторы соревнований, растет с каждым годом не только количество, но и опыт участников. Знаменательно то, что компетенции, где участвуют юниоры возраста 12-14 лет, с каждым годом увеличивается. В этом году впервые у нас на компетенции кузовной ремонт участвовали юниоры 12-14 лет. Это говорит о том, что статус участника молодеет. Чтобы соответствовать мировому уровню, конкурсную программу чемпионата ежегодно обновляют, стараясь подобрать для конкурсантов максимально творческие и нестандартные задания. К примеру, в этом году появилась новая компетенция управления тяжелыми беспилотными воздушными судами. Данное управление освоено всего в 7 колледжах России. Оценивает работу участников экспертное жюри. И все это, конечно, ограничивается временным ракурсом. Кто-то успевает в этот временной ракурс, кто-то не успевает. Конечно, всякое волнение на чемпионате участников. Все-таки они еще первые шаги свои делают. В любом случае мы как эксперты делаем более тщательно. У нас анализ такой, чтобы ребята, конечно, после чемпионата уже проявили как на срезах свои знания, да, оценили. То есть они достаточно подготовлены. Парикмахеры, флористы, сантехники, программисты. В этом году соревнования проходили по 28 компетенциям. Чемпионат «Молодые профессионалы» дает уникальную возможность заявить о себе на всероссийском уровне и сделать еще один шаг в развитии профессионального мастерства. Ремонт и обслуживание легковых автомобилей. Задание представлено 3 модуля. Двигатель, КПП автомобиля, а также электрика. Участвовал второй раз в этой же компетенции. Первый раз участвовал в 2018 году, еще в юниорах. Первое место занял на России. Поскольку это бесценный опыт, который пригодится мне в дальнейшем для профессии. По итогам соревнований из числа победителей будет сформирована сборная команда для участия в российских отборочных соревнованиях. Алина Тихонова, Даниил Сурков, Улправда ТВ.